В Ульяновской области состоялось очередное 52-е заседание законодательного собрания нашего региона. Парламентарии рассмотрели более 50 вопросов, главным из которых стало внесение изменений в закон об областном бюджете. Народные избранники почти единогласно в двух чтениях проголосовали за внесение изменений в бюджет. На 1 000 000 000 рублей увеличено финансирование госпрограммы развития дорожного хозяйства. Более 600 миллионов из них – это федеральные средства, которые пойдут на ремонт путепроводов и строительство развязок. Более 200 миллионов рублей направят на помощь муниципалитетам. Хочу отметить, что по профилю нашего комитета изменяются госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья, в частности на 99 миллионов увеличивается сумма на эти средства. 100 миллионов выделяется на обеспечение жильем детей-сирот и более 38 миллионов выделяется на снос зданий и помещений, из которых уже переселены граждане. 460 миллионов рублей выделено на систему развития жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области. Эти деньги прежде всего пойдут, но 150 миллионов – это корпорация развития, почти 140 миллионов – это облводоканал, 100 миллионов – это фонд модернизации. Как раз те болевые точки, о которых мы постоянно говорили, именно в основном все финансирование пойдет туда. Большая работа по привлечению средств из федерального бюджета проводилась лично губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Почти 5 миллиардов рублей, поступивших дополнительно в бюджет региона, это именно федеральные средства. Несомненно, будет продолжена реализация многих социальных проектов, национальных проектов. 1,5 миллиарда будет направлено на развитие дорожной деятельности в Ульяновском регионе. Где-то 1,2 миллиарда рублей пойдет в сферу образования. Это, конечно же, и проведение различного рода мероприятий. Как вы знаете, в прошлом году анонсирована программа президентом Российской Федерации «Капитальный ремонт школ». Она впервые коснулась и Ульяновской области. Выделенные средства также пойдут на обеспечение школьников льготными путевками в детские оздоровительные лагеря, развитие учреждений культуры. 500 миллионов рублей будет направлено на продолжение ремонта Ленинского мемориала. 100 миллионов потратят на ремонт лифтов в софинансировании с региональным бюджетом. Почти 400 миллионов рублей направят на нужды спортивной сферы региона. 311 миллионов рублей идет, направляется непосредственно Министерство здравоохранения, а это и территориальный фонд медицинского страхования, погашение кредиторской задолженности, строительство и разработка проектной сметной документации на ФАПы. Есть денежные средства, это порядка 40 миллионов, в том числе на нашу аптеку, государственную аптеку. Распределение дополнительных денежных средств предварительно рассмотрели на Комитете законодательного собрания по бюджету и экономической политике. Итого 7 миллиардов рублей будут дополнительно использованы в наших отраслях. Это ЖКХ, это здравоохранение, это образование, в том числе ремонт школ и в том числе, конечно, ремонт сельских школ, о чем мы говорили в прошлом году. Они были недофинансированы, но мы понимали, что с федеральными деньгами мы это финансирование восстановим. По итогу 29 депутатов проголосовали за внесение изменений в закон об областном бюджете. Изменения приняты в двух чтениях и поддержаны всеми без исключений парламентскими фракциями. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.